Киеве одиночную акцию протеста против произошедших накануне в Одессе событий, когда силовыми методами был разогнан антитрухановский Майдан, объявил известный общественный деятель и активист Иван Рудяк. Об этом он сообщил на своей странице Facebook. Известный украинский активист и общественник Иван Рудяк начал бессрочную акцию протеста у стен администрации президента. Свои действия он объясняет тем, что в Одессе было нарушено самое главное право человека, закрепленное Конституцией Украины – право на свободу мирных собраний и свободу слова. Как пишет сам Иван Рудяк на своей странице Facebook, президент Украины, как гарант Конституции, обязан жестко отреагировать на разгон антитрухановского Майдана в Одессе и просит очистить город от преступников-сепаратистов при власти. И считает, что общество не может молчать, когда сепаратисты и тетушки бьют мирных демонстрантов. Украина против сепаратистов у власти и псевдопатриотов.